В 2018 году в Новом Уренгое произошло 119 ДТП с пострадавшими. 6 человек погибли, 148 получили травмы различной степени тяжести. 4 аварии было совершено по вине пешеходов. Очагами аварийности признаны отрезки дорог на проспекте Губкина, на улице Дружбы народов и на пересечении улиц 70-летия Октября и Подшибякина. Там предложено установить дополнительные светофоры и информационные щиты. В газовой столице 4 официально подтвержденных случая кори. Ситуация с ее распространением находится под контролем. Новых очагов не выявлено. За всеми, кто контактировал с больными, наблюдают врачи. В городе вакцина есть. В ближайшие дни ожидается дополнительная поставка лекарства. Врачи рекомендуют перестраховаться и сделать прививку. С 24 по 30 марта юных новоуренгойцев ждут в тюменском лагере «Снежинка». 23 февраля начнется прием заявок от первоочередников. Детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничениями в здоровье, а также из малоимущих семей. 2 марта откроется прием для всех желающих. Подать заявку можно через интернет-портал www.mallcenter.ru.